Привет, кого знаю. Привет. Привет. А, Сиек, а Калинда есть. Это яхта. Фрегат. Вот уже подъезжаем к фрегату. Видно флажки. Рядом военные корабли. На военной базе. Айсу кебарты, парасакар пискадо, параки австрай? Не знаю, может быть... Перну милитари, но? Но, не милитари, но может быть свой деятельно рядом юг, зона юг Аргентинской. Для коллаборации, работа в контролинге, геологически какой-то возможно для исследования разных инвестиграцион пескера. Понятно. Здесь вот устава говорит институт, короче, национальный институт. Как сохранить, как рыбу разводить, как сохранять в море там всю эту живность. Вот, короче, в этом институте изучают. Вот это оранжевый там стоял. Судно стояло. Это значит от института, скорее всего. Густава сказал, что говорит, да, все тут изучают, стараются сохранить. Потом приходит Китай. Китайские, да, китайские, корейские суда, все вылавливают и все. Ну да, как-то недавно был шторм, и, значит, разрешили войти в аргентинские воды здесь, чтобы защитить, от шторма защитить свои корабли. И что-то, по-моему, 80 кораблей аргентинских зашло, и что-то 200 с чем-то, значит, китайских кораблей. То есть, ну да, на юге получается очень большая площадь аргентинская, чтобы ловить рыбу. Ну и рядом тут и китайцы, и корейцы, все тут ловят. Так, вот подъехали. Вот тут что-то проверяют документы. Вот полиция тут разруливает машины. Кому куда ехать. Потом надо будет сюда идти пешком. Документы проверяют. Все посередине. Сейчас едем на остановку. Чтобы поставить машину, потому что людей очень много. Не знаю, где сможем оставить машину. Будем искать, куда поставить машину. А вот смотрите, какие классные пальмочки. Полиция ходит, охраняет тут. Официально. Да, официально. Вот здесь, смотрите, вот будочка тоже с полицией. Все под охраной. Все серьезно. И камбио де гвардия. Хранитель, камбио охраны. Ну да, вот поднимается будочка, вот ушла, значит, одна полицейская.
И, скорее всего, что поменялось, ну, другие просто заступили на охрану, и поднимается вот будочка зеленая, и другие будут охранять. Там камера стоит, и охрана, они наблюдают. Потому что многие здесь снимают на телефоны, на камеры, вот. Вот она поднимается. Гидравлика. Ну, вообще охраняется все. В центре обычно полиция все охраняет. Стараются, во всяком случае. Проходит эта регата. Маленькие, значит, яхты. Да, Велерус. Велерус или регата маленьких яхт проходит. Может, видно только гуляют, только может быть в школе. Ну да, может быть, да, может быть и учатся, как ходить на яхтах, возможно. Школа. Да, для молодых. Для подростков, для детей. Ну и для взрослых тоже. Категории. Ну да. Категория масс. Разного уровня. Да. Может быть, люди повышают просто свою квалификацию. А вот едем мимо, тут парк, вот тоже люди отдыхают. Вот, прямо на травке сидят, пьют маты, разговаривают, кушают. Тоже такое очень распространено в Аргентине. Маты. Маты, да. Пьют маты. Маты и фактуры. Ну да, маты и кушают сладенькое разное. Вот. Ну, вот так вот в Аргентине отдыхают. Да. На этой неделе длинные выходные, потому что проходит карнавал. И официально 2 дня понедельник и вторник выходной. Поэтому... Но только время лета. Тоже зимой, да? Зима. Люди отдыхают. Или торматы, коммерсанты. Ну да, летом и зимой тоже отдыхают. Семья... Да. Да, спокойно. Без спешки отдыхают люди. Вот тут куча машин. Будем смотреть, где будем ставить машины. Море, конечно, красивое, океан. Небо красивое, море красивое. Ну, ветер, да, единственное, что. Это да. Солнце красивое. Ну, а вообще, да, тепло, хорошо. Солнце. Да, солнце. Красиво. Эдифисио. Ну да, высотные здания. Манолио, как Макдональдс тоже. Дома богатые. И, ну да, тут как на горку. Наверх, получается, едешь. Ну, дома тут такие не бедные. Богатые дома, потому что район тут богатый. Красивые дома. Это зона старая. Да, старая зона. Когда Марьяки видят строить его через педра. Кому через педра? Строить con piedras, не кирпичи, сино такие. Камни. Камни. Из камней, строительство из камней делают. Старые здания, да, очень многие здания сделаны не из кирпичей, а из камней. То есть, когда еще кирпичей не было, сделали из камней. Ну, есть вот современные тоже тут здания. Конечно, не только ну, да, разные. Старые, и старые, и современные, да, разные. Жить эти современные стили, старые стили. Поэтому это зона Маркетта улика, но да, уникальная зона, да. Очень красивая зона. Красивый район. Да. Сейчас вниз идет дорога, будем искать.
видно фрегат. Фрегат «Свобода» называется. Причалы. Вот это порт. Сейчас будем идти к этому фрегату, чтобы поближе его сфоткать. Вот смотрите, какие огромные алоэ здесь цветут. Огроменные. Вот это огромный куст алоэ. Тут полиция разруливает, всех направляет, проверяет документы. Все под контролем.